Сайрамцы против странности присоединения. Первыми все сложности уже ощутили на себе получатели пособий. Людей не устраивают меры, которые разработал городской акимат. Бегать в поисках родни, желающие прописать сельчан в городских квартирах, сайрамцы отказываются. Не желают они и ездить в городские отделы ГЦВП. Говорят, все необходимые документы будут сдавать только в своем районном ЦОНе. Наше мнение по поводу присоединения нас к городу никто не спрашивал. Главный аргумент жителей. Человек хочет получать социальную помощь, а вы его гоняете. Нам это надо? Вы можете прописаться у своих родственников, а если нет городской родни, мы помогаем с временной пропиской. Уже не село, но еще не город. Сайрамский район прекратил все выплаты селу Сайрам, поэтому сейчас, по словам жителей, некогда благополучное село погружается в хаос. А вопросы дорог, вывоза мусора и освещения улиц и вовсе не обсуждаются. Как бы в погоне за новым статусом мы не лишились того, что у нас было хорошего, переживают аксакалы. Обивать пороги госучреждений, переоформляя документы, занятий не из приятных, добавляют старожилы. Кому нужна эта ваша регистрация? Зачем нам выстаивать очереди в городе? У нас ведь есть районные цоны. Посадите в них 1-2 людей. Пусть работают. Проблем, которые поднимали жители села Сайрам перед чиновниками городских отделов, немало. Только компетентные лица ответить на вопросы людей толком так и не могут. Похоже, пока, даже несмотря на заявление акимов о том, что механизм разработан, как этот самый механизм будет работать, пока не знает никто. Поэтому и возвращались люди со встречи недовольные. Большая часть вопросов так и осталась без ответов.